Красочка высохнет моментально. Уже сохнет под рукой. Что дает возможность тут же приступить к более конкретному раскрашиванию, так сказать. И, успевая за вдохновением, сделать максимум в первом же сеансе. Потому что очень часто в масле приходится откладывать на просыхание, и художник не успевает надышаться на работу, налюбиться, как уже надо оставлять на высыхание. А так это изумрудная плюс охра желтая. Ну, у меня охра желтая, кстати, я забыл это проговорить. И вам тоже советую именно охрой желтой обзавестись. Чуть меньший разбел и некоторая тень от лошадки. Вот у меня кисточка а-ля карандашик. Вот плоская, так она тонка, так она пошире. И а-ля карандашик с заострением. Синий-розовый. Плюс черный. Плюс английская красная. Так. Разбел кадмия красного для световых. обращаю ваше внимание, что свет, тень, несмотря на то, что лошадь белая, но свет, тень должны быть выражены, так же, как и в птичках, очень выразительно. То есть свет рыж, тень синевата. Обратите внимание, здесь обострилось касание к фону, а здесь, наоборот, смазалось и появилось как бы неприметное касание. Это не что иное, как живописность рисунка, когда касания то пропадают, то появляются. И это считается красивым. Тоже здесь появится напряжение, здесь исчезнет и снова появится. В связи с тем, что поле набрано, и тут негде палец толком сунуть, это будет дописано уже по-сухому. Я сейчас просто основные наметки сделаю. Так, для лошадки замешаю цвет и ее окружение. которым буду там-сям подрезать, например. Подрезал. Подрезал. Есть такое понятие, как свет из-под теневой. И если мы его чуть увеличим, чем он есть, то появится явное пространство за лошадкой. Вот этот контраст меньше значим, чем свет из-под теневой. Он на пространство мало влияет, а вот этот влияет очень. Теневой является и эта сторона. Так что и здесь тоже подрезаем. Подрезаем дополнительной светлостью. Она как нимб немножко светится, светлее, чем по соседству. Мордочка немножко тает в траве. Лошадка, конечно же, серенькая, но мы всячески пытаемся усиливать цвет, и серый делать из комбинации синих, розовых и, конечно же, черного. И она у нас будет как бы вкусного цвета. коричневости там с красным или с розовым встречаются. Кстати, для любителей изображать лошадей, вот прямо можно взять идею зеленого поля, ну вот так вот, картина в картине, и нарисовать. Просто лошадку, без этих всех компонентов. Еще раз обращаю внимание, что лошадка потеряла тональное звучание и как бы растворилась в этом месте. Это хорошо, потому что если силуэт будет одинаково вырезан, то не будет живописности рисунка. Будет просто вот срисованная фотография. А так мы усиливаем кое-где живописные аргументы, есть такое понятие живописный рисунок. Вот. И когда касание предмета к фоновым пятнам мигает, то растворяясь, то выявляясь, или даже акцентируясь, это является художественным и является живописным рисунком. Есть такое понятие. То есть не потому что красками, а потому что сам рисунок выглядит живописно. Так, беру разбел кадмия красного. Заостряю кисть. Беру вещество краски на кончик. Даже здесь это феномен света из-под теневой. И нога сразу стала там, а грудь пришла сюда. Опять вот идея пропадающего касания, то есть касание, которое малоразличимо. Здесь пропадает касание. Стоит проследить и силуэт копыта. Красный с охрой, золотится челочка. После каждого прикосновения к лошадке я вытираю кисть, добираю вещество. натаптываю пятнышки, которые и голубят, и сиреневят грязно, то есть с черным. Чуть больше провисает пузиком. Небольшой зеленый рефлекс на животик. То есть от травы, тем более настолько освещенной, на животик запрыгивает рефлекс. Здесь у нас сиреневые и зелененькие. Вместе они с одной стороны ушли вдаль, с другой стороны выразили большую светлость дальника, чем лошади, которая заслоняет свет. Охра там присутствует активно, кроме сиреневости и зелености. Еще раз сообщаю, что лошадка заслоняет свет, то есть она темнее, чем окружающая, несмотря на свою белость, чем окружающая зелень. Непонятно, какое из пятнышек здесь глаз. Предполагаю, что все-таки вот это, хотя темнее другое. Из гривы не надо делать расческу. Акцентируем самые заметные гривенки. Расческу не делаем. Ну, кстати, кто решится написать лошадку фрагментально, как отдельную картину, можете, конечно, взять и формат побольше. Отчасти побольше формат будет даже легче прописать, чем вот такую миниатюрку. Этот формат у меня 60 на 70, ну 50 на 60 можно бы смело взять для вот этого сюжета. в полную меру произошло как бы свечение света из-под теневой. Тут переборщил чуть-чуть.